Леонид Кандинский, к сожалению, прожил очень короткую жизнь. Судился и так и не смог оправиться, к сожалению, скончался. После его смерти должность президента Академии художеств заняла его супруга Мария Николаевна. Сейчас этот зал используется примерно так же, как и во времена герцога. То есть здесь проходят встречи на самом высоком уровне председателя. Прекрасно. Мы с вами находимся в белом зале. Это бывший танцевальный зал, о чем нам напоминают лиры в проемах между окон. Обратите внимание на прекрасный живописный фриз. Это последняя работа Антония Виги. В советское время он был закрыт работами художника Серова. Но два яруса колонны его украшают. За вами находится картина, ну, картина Черепина на заседании Государственного совета. На нем тоже отражена работа. А дело в том, что после его смерти Марии Николаевны наследником его очень тяжело содержать английский дворец, но его уже заброшено. И было принято решение продать английский дворец в Казну, Государственного совета, своей канцелярией, библиотекой. Также сюда приехала канцелярия по принятию украшений на Чечерево в помпейском стиле. Дело в том, что Андрей Иванович таким шнейдер, когда был на раскопках древений или деревьев экзотических. Осталась гравюра, изображающая этот зимний сад. К сожалению, вот она только одна. Но, в принципе, дает некое представление о том, какой он был раньше. Естественно, так как этот зал также рабочий, помимо... Вы видите книги из фонда нашей библиотеки. Также здесь представлены постоянные экспозиции на стендах. Видите карикатуру, фотографии. Дело в том, что в редакции газеты «На защиту Ленинграда» трудились такие писатели, как Всеволод Рождественский, например, также Раковский и другие. Очень большое значение. Материалов, подобно современного асфальта,
Здесь стояли ароматические лампы, были увиты плющом перила. И, возможно, действительно, эта версия близка к истине. И искусство, и подъема по сон, возможно, и напоминал прогулки по городу. А сейчас мы будем с вами.